Первый раз я сел в 16 лет. Меня начал учить старший брат, который является сейчас вторым организатором. Вот. И с того времени я начал увлекаться автомобилем. Потому что автомобиль – это не просто средство передвижения, а цель достижения каких-то определенных спортивных достижений, выброса адреналина. Ну и просто приятное время провождения. Я когда за рулем, я, в принципе, забываю все проблемы, которые бывают у нас повседневные. И вечером с ребятами мы можем выехать, покататься, погонять. Ну, 5 лет это было просто хобби. А сейчас, год назад, наш автоклуб открыл свою мастерскую клубную, где сейчас мы подготавливаем автомобили специально для гонок. Я организатор автоклуба города Кременчуг. 6 лет наш клуб существует. И как бы мы участвуем не только в городе Кременчуг, но мы участвуем также и в других городах на соревнованиях самых разных типов. Драг, рейсинг, выставка автомобилей, дрифт. По городу мы драг-рейсинг не устраиваем. То, что человек, если хочет понять, лучше приехать на нашу гонку, то есть конкретно для этого на отведенной территории, где соблюдены все меры безопасности, подготовлен для этого трек. И там, пожалуйста, приезжай, оставляй весь свой адреналин, все свои эмоции, все там. А в городе, я за то, что в городе надо соблюдать правила дорожного движения максимально, или максимально приближение. То есть, пожалуйста, приезжайте, участвуйте. Только одна из причин, почему мы это проводим. Конечно, девочкам очень нравятся спортивные автомобили, очень нравится кататься на них. На гонки очень любят приезжать. Как раз на аэродроме Нидорки на гонках, если не познакомился. Ну, я участвовал, и видно, то ли машина, то ли я понравился, не знаю точно. Она ко мне подошла, попросила, чтобы я прокатнул. Ну и с того времени уже 4 года, как бы, до сих пор со мной так и катался.